ей признался в любви критически настроенный Атар Кушанашвили. Ее исповедовал в прямом эфире Сергей Доренко. Своей преемницей и последовательницей назвала ее примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Земфира записала новый альбом «14 недель тишины». Земфира не была в Белгороде полтора года. За это время в ее жизни произошли определенные перемены, но своим основным принципам она осталась верна. Она также сторонится людей и стремится делать качественную музыку. И с первым, и со вторым в Белгороде певице не повезло. Началось все с того, что звезда по вполне объективным причинам осталась недовольна качеством предложенной ей гостиницы, где ее, к тому же, не узнал обслуживающий персонал и достаточно грубо предложил привести себя в порядок, руководствуясь собственными представлениями о красоте. Апофеозом белгородских приключений Земфиры стало качество звука на концерте, не выдерживающее никакой критики. Тщетно певица взывала к своему звукооператору. С каждой песней положение только усугублялось. «Если я умру, в моей смерти прошу винить оператора», — сообщила Земфира. Пригрозила уйти со сцены вообще, но осталась и честно доработала до конца. Зная ее взрывной характер, можно только представить, чего ей это стоило. Вообще замечательный концерт, прекрасный концерт. Я приходил на него в прошлом году, мне очень понравилось. А в этом году я пришел опять, потому что в прошлом году неописуемые ощущения, в этом году еще лучше. Земфира — это клево, вот она сейчас скажет дальше, короче говоря. Она вся мокрая, вообще вот у нее спина мокрая. Это просто от ощущений, от танцев, от ее музыки. Она самая лучшая вообще предоставляет для нас, для людей, для молодых. Именно поэтому мы здесь находимся, именно поэтому мы сюда приходим и платим. Не имеет значения, какие деньги, лишь бы получить ощущения от ее песен, от ее музыки. А дальше мы идем танцевать. Земфиру справедливо упрекают в несносном характере. Но звезд ее масштаба все-таки не в пример меньше, чем просто несносных людей. Те, кто заслушивался первыми двумя альбомами Земфиры, готовы многое простить своему кумиру. Последний альбом певицы выставил на всеобщее обозрение другую Земфиру. Не нервную, не взрывную, а лирическую, трогательную. Она успокоилась и повзрослела, но сохранила самое главное – оголенные нервы и внутренние противоречия. Thank you.
люди дышат и любят друг дружку, и сном убивается, и прячет подушку секреты красавица. Им же не больно, звезд не касались. Сказки мои любимые не читаешь мне на ночь, и я топаю на крышу. Сказки мои любимые не читаешь мне на ночь, и я топаю на крышу. Холодно голо, антенны качает последний троллейбус, в депо не встречает. Ленивая шалость последней недели, так мало осталось до первой метели. Да, им же не больно, звезд не касались. Читаешь мне на ночь, и я топаю на крышу. Сказки мои любимые не читаешь мне на ночь, и я топаю на крышу. 14 недель тишины – это не только лирика, но и высокое качество. Хотя, как ни странно, любят Земфиру не за звук, а за ее голос, за подлинные эмоции, за строчки, рвущие душу. Позвони, и я буду ждать. Я буду знать, кому из нас верить. Расскажи, куда идти, зачем идти, если заперты двери. Под слишком шумные воды перестань твои глаза, мои глаза, в них просто разные коды. Thank you.
Земфира в новой работе самые обыденные вещи окутала поэтической дымкой интеллектуальности. Многие девочки живут в сети. У кого-то на пути постоянно возникают пробки. Чьи-то сны превращаются в паранойю. Но спела об этом именно Земфира. Она невыносима и прекрасна. Ее суждения спорны. Она не хочет знать типовые ответы на большие вопросы. Она пишет здоровые песни, каждая из них и дисквалифицируя себя, и реабилитируя. Это классно, это здорово, Земфира просто фишка. Земфира, это супер класс, это лучше всего, это просто кайф. Мне она очень нравится. Она хорошо меняет имидж, она хорошая. Мне нравится Земфира, потому что у нее голос хороший. Она изменилась за это время. Вот мне она нравится, я ходила на все ее концерты. В программе «Ой, пишите звезды» была Земфира. Только с нами звезды становятся ближе. Такси.